Большинство участников нашего шоу приехало к нам на автомобиле или на общественном транспорте. А вот следующую участницу, Ксению Тульчий, мы получили по почте. Удачи тебе на нашей сцене. Прошу. Меня зовут Ксюша, мне 10 лет. Я приехала из города Рыжкан. Я учусь в 3 классе. Я родилась в России. Мы чуть-чуть там пожили, потом сюда переехали. Не хотели. Целуй папу. Пошли, ладно. Я занимаюсь танцами с 5 лет. Мне очень нравится танцевать. Я чувствую себя свободной и веселой. Я узнала про шоу «Wow Kids» недавно. Это вообще была моей мечтой попасть на этот кастинг. Это мое первое участие в подобном проекте. Я очень-очень сильно хочу выиграть. И мы вам передаем большой привет. Если я выиграю, то я сберегу эти деньги и потрачу на учебу. Перед концертом я очень волнуюсь. Я стараюсь успокоиться, чувствовать себя уверенно и вздохнуть, и буду танцевать дальше. Oasele astea se le-am doi zi de zi. E tenace, se vede că muncește foarte mult. Poate să fie o artistă de circ excepțională. Действительно, я на нее смотрела, понимала, боже, где эти косточки, где соединения, позвонки. Pe mine mă durea la un moment dat. Când ea făcea niște poze, începea să mă doară, îmi imagineam cum aș sta eu într-o poză. Deci asta e iarăși talent. E greu să cred că poate fi atins prin muncă. Ксения, у тебя такой необыкновенный талант. Драть журать. Чьей импрессией волосат Ксения? Я осталась под просто нереально диким впечатлением. Ксюша, ты просто вау, какой молодец. Ты спасибо. Большая умничка. Ты занимаешься гимнастикой? Нет. Нет? Это вот просто танцы. Танцуешь, да, у станка, разминаешься, да. Классика. Умничка. Я тебе желаю огромных больших успехов. Ты безумно красивая, безумно талантливая и только вперед. Спасибо. Я как раз хотел спросить, кто твой тренер и кто тебя так хорошо тренирует, аж в Рыжканах? Мой тренер Анна Александровна. Если Анна Александровне придет Теодор и Нику, их можно научить? Наверное. Наверное? Анна Александровна, следующем привет, выпуске. Мы скоро приедем. И ты усобичай, чувак, все континуй. Mult curaj și e foarte frumos, e foarte scenic și ești foarte plastic, ești foarte grațioasă și, bineînțeles, ești foarte frumoasă. Mulțumesc! Teodor, ce notă ai pregătit pentru Ksenia? Вот что я тебе дам! Спасибо! Я тебя поздравляю, я искренне желаю тебе удачи, успехов и считаю, что ты можешь достичь всего и в гимнастике, и в танцах. Просто дерзай и спасибо, не останавливайся. Большое. Спасибо! Наталья. Ксюнечка, от меня ты получаешь 9, потому что я тебе хочу сказать. Ты знаешь, вот когда получаешь 10, ты все, ты расслабляешься, у тебя все есть. А когда 9, ты понимаешь, что тебе нужно расти и стремиться, и однозначно у тебя светлое, красивое будущее. Я тут себе подумала, если бы был международный чемпионат по пряткам, то ты бы выиграла его, потому что ты так могла бы выкрутиться, наверное, спрятаться абсолютно за любым предметом в мире. А вы дома играете с Ксюшей в прятки? Под кастрюлю.
Нет? Бессмысленно с ней играть в прятки. Она спрячется, так две недели не найдешь, правда? Вот у меня есть секрет. Сейчас я вам угадал, я вам пиктат по Теодор. Это портрет Далуи. Я благодарю тебя. Ждем Спасибо. Тебя к концу нашего шоу. Покажи самое сложное движение, вот на растяжку, я попробую повторить за тобой. Господи ты, боже мой. Подержите. Отойдите. Может, не стоит? Звоните в скорую. Все, ты лучше. Wow!